Опа, какой нежданчик! С вами я, Лего Стайл номер один. Это мое очередное видео, по-моему, за сегодня уже пятое и последнее. И сегодня у нас китайчики. Invisibility Robot. Ядовитый, вонючий. Invincibility робот Венува Хозика. Представляю. Давайте похлопаем. Это серьезно, Invincibility робот. У меня был лево. Точнее, лево. Матау его звали, да. У меня есть леговский. Ну, Матау Хозика. И у меня есть леговский. Вакама Хордика. А это Венува Хордика. То он еще к тому же грязный и вонючий. Топ трендинг стронг. Робот инвенсибилити. То есть центр всей силы. Неуязвимый робот. Хон Цаньмуа. Белла. Но точка 9413 от 5 лет. Что я сомневаюсь от 5 лет? Я там так и не прикрепил детальку. Кое-какую, потому что набор уже вскрыт. Здесь нам предлагают собрать очень крутую, в кавычках, модель. Она же классная, да? Да, конечно. Давайте же откроем контейнер и посмотрим, что у нас не смогло прикрепиться. Собственно, и все. Эти все детали не прикрепились. Могучий Венува здесь. Его суперспособность вонять до смерти. Да, именно такая способность, потому что от него смердит ужасно. Но выполнен он вполне, не буду придираться. Да, не вставилась деталь вот сюда. И из-за этой детали другие не вставились. Собственно, Венува Хордика всей своей красе. Оружие. Оставлю оружие. Очень красивые. Маска. Ноги обычные, как у всех, кто Хордика. У них у всех такие ноги. Держись. Так, сейчас. И вообще в мультике было сказано то, что они должны научиться использовать оружие Хордика. Да, они типа научились потом. Вот с помощью этого красной штуки у нас вертится, значит, рука. Также у меня есть Вакама Хордика Лего. Очень что-то туго. Вертится. И, кстати, кто хочет мне купить Вакаму, у них два, то, пожалуйста, пишите. Вакаму продам за... ну, за давайте за 1000. Все-таки... Не-не-не, я безумный. Давайте за 500 рублей, ребят. За 500 рублей продам Вакаму. Полная комплектация. Да, вообще полная комплектация. Все окей. И выбор за вами, в принципе. Да. Ну, такая вот китайская игрушка от Беллы. 5. Ну, не знаю, 7. Пускай будет 6 из 10. Потому что, не знаю, 5, там, 4 из 10 или 6. Решать, я думаю, вам. Потому что игрушка, ну, средненькая. Неплохая. Знаете, бывают ужасные, которые ничего не крепятся. Здесь не прикрепилась только одна деталь. Но все равно из-за этой одной детали не работает спусковой диск. Вот этот. Из-за этого он теряет балл. И за свою не очень-то и качественность. И он воняет. Давайте даже сейчас проверю. Да-да-да, воняет он неприятно. Он отправляет в он отправляется в копилочку китайским игрушкам. Вот китайцы нам приготовили, уготовили Венуву вонючку.
Да. Он реально очень жестко вонял. В принципе, можете покупать, если нет ни одного Бионикла, или не можете сами позволить себе такого. Ну, в принципе, постоите у окошка, выветрится. И с диска, ну, не так уж все страшно, кому нужен диск. В принципе, можно покупать эту игрушку. Ставьте лайки и подписывайтесь всем. Пока, с вами был я, Лего Стайл номер один, Элина Була. Пока.